канал улицы Москвы, и мы на железнодорожной платформе Леонозово, Савеловское направление, и в будущем это будет станция первого диаметра. Перешли на сторону района Дмитровского, там вот подходит какая-то электричка. Наверное, это Аэроэкспресс. Всем сигналит. На платформу. Останется это все дело после запуска диаметра. До него осталось уже совсем немного времени. Заходим на платформу в направлении Савеловского вокзала. Вот мы на самой платформе уже. Здесь довольно-таки большой пассажиропоток. Как со стороны метро Алтуфьево люди сюда приезжают, так со стороны Дмитровского шоссе. Здесь много жилых микрорайонов и рабочих мест также поблизости. Все, наверное, сейчас подождем свой электропоезд. Ждем пока. Ок. Ну все, вот едет наш электропоезд уже. Старая электричка R2. Еще такие остались. Когда-то они все были выкрашены в зеленый цвет. Была эмблема спереди RVR. Потом РЖД перекрасили эти электрички в свои фирменные цвета. В этот вагон, наверное, зайдем. Большая тут высадка. Следующая остановка Никутникова. Осторожно, двери закрываются.